прошлой серии я передал свою квартиру Мурину, и мы отправились на слет. Там было просто дофигища народа, я решил скачать себе таймерную и просто ждать. Момент слета я не успел словить хату, и оказалось, что ее купил Каблук. В итоге я выкупил у нее этот дом, после мы пригнали туда тачки, я поработал на водолазе. Ну а что было дальше, вы узнаете в этой серии. Ну и чё, пацаны, встречайте, это 101-я серия Пути Бомжа Бейстика на просторах Black Rush. И это, братанчики, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании, залетайте на сервачок Crimson, после захода вводите промокод хэштег Бейстик. Ну и чтобы вы понимали, ведя его, вы абсолютно бесплатно получаете скин, бустера, аксессуары, кулу, VIP Gold, ну а также Rolls-Royce Phantom. И кстати, под прошлой серией вы набрали 1300 лайков, и донатик забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Короче, парни, залетела сейчас на сервер, появился в Больке. Вы посмотрите, у меня практически все машины в автопарке сломаны, блин. Сейчас быстренько все это чиним. И чтобы вы понимали, у меня пропала какая-то тачка с автопарка. Типа, я всегда нажимал на следующее, и там была Альфа Ромео Джулия, а сейчас она как бы вот тут снизу. Возможно, я просто 2 дня не чинил какую-то тачку, и она просто слетела. А, ну да, вот как вы видите, у нас на сейфе почти 2 ляма. Я думаю, эти бабки нам нужно сейчас вложить в таксопарк, а не просто снимать. О, кстати, Каблук залетел со снова. Выдаем ему 4-й ранг. На сейфе у нас лежит 1,5 ляма. Из них мы даем 100 тысяч рублей Зяве, ну а также Муре. Просто пацаны закинули маски, а также канистры на склад. Красавчики. Остальные бабосы мы сейчас снимаем. Ну и Балик у нас почти 33 ляма. Короче, ладно, сейчас мы прыгаем в Ешку. Ну и летим к салону среднего класса. Блин, я лох, чё? Аж голос, блин, пропал. У меня теперь такой прекрасный вопрос, а чё мне делать, куда бежать вообще? Блин, ну чё делать, походу придется бежать пешком. О, меня какой-то чувак хочет довести, прыгай, говорит, спасибо. Я ему сказал то, что я бегу к среднему, он сказал, он меня на тачке от низкого докинет, ничего себе. И в итоге нас сбил какой-то типчик, вот козел, блин. О, я сел на скутер. Ну ладно, сейчас там проходит сражение завода, я думаю, там чью-то тачку украдем. О, вот вижу гелик. И он открытый, отлично. Не, ну люто повезло, на нем сейчас и доедем. О, кстати, вот бежит этот типчик. Ну все, он сел ко мне, сейчас довезем его до низкого. Так, ну все, я довез его. Сейчас починим этот гелик. А хотя, стоп, подождите. Как я понимаю, это доджик с нашей Фомы же, да? А, нет. Блин, очень похож. Блин, повезло, гелик еще не украли, садимся. Ну и все, полетели к среднему. Так, ну все, я приехал. И сейчас нам нужно будет найти какие-нибудь тачки в наш таксопарк. Первым делом я думаю взять еще одну Е34, потому что тачка быстрая и стоит недорого, все отлично. Вторая у нас будет Е39, также покупаем для таксопарка. Так, мне интересно, а нам на еще одну бэху хватит? А, нет, недостаточно денег. Ну да, тут 370 тысяч, закидываем еще 300, ну и покупаем бэху. Так, теперь нам нужно поднастроить эти тачки, устанавливаем бизнес-класс, Е34 будет стоить 2100, Е39 2300, ну и Е34 также 2100. Но я думаю, на первое время тачек хватит. Гелик у нас, естественно, блин, пропал. А, ты кого, походу, украл какой-то МЧСник? Вон его машина, а тут стояла моя. И как мне теперь без колес добираться? Ладно, чё, погнали на своих 2. Блин, в принципе, мы недалеко от водолаза. Мне кажется, это судьба. Тем более, сегодня еще X2 акция действует. Ладно, чё, спавним себе лодочку. Ловим заказик. Емаун далеко. Сейчас отбегаем, вот так подбегаем. Юзаем, короче, рыбалку, и теперь нам нужно взять снова задание водолаза. Блин, ну тоже далековато. О, вот это другое дело. Прыгаем в нашу лодочку, ну и быстренько едем. Или плывем, как правильно. Ладно, фиг с ним, мы уж добрались. Переодеваемся в нашу форму. Все, короче, ныряем и ищем наши клады. Поднимаем компас, кружечку, еще одну. Также поднимаем вазу, и походу нам нужно подниматься наверх. Так, ладно, продолжаем. Поднимаем вазочку, еще одну. А, это будильник. Вот теперь точно лутаем вазу, у вас нет места. Ладно, сейчас удалим все ненужное. Ну и все, неужели подняли? Сейчас нам фастом нужно лететь к капитану Пирса. Давай, братуха, поднимайся быстрее. Фастом прыгаем в лодку. Ну и все, полетели. Так, ну все, балдежик, мы на месте. Выпрыгиваем, фастом летим. Отслеживаем ближайший портал. Ема, он далеко. Но, пацаны, нам как бы нужно на него успеть, но мне кажется, это маловероятно. Еще все тачки, блин, закрыты, и портал уже открыт.
Блин, видно, не судьба. Тем более у нас онлайн фул, там 100% дофига народу набежало. Интересно, что у нас вообще по продаже? 20, ну, кстати, нормально, продаем. Залутали мы 140 тысяч, отлично. Сейчас, короче, ловим новое задание, но я хочу попробовать словить прям самое ближайшее. Блин, выпадает какая-то параша. Ну и у меня пропадает лодка, найс. Пропала второй раз. О, неужели выпало то, что надо? Ну, найс, я застрял в лодке и, походу, нифига сейчас не успею сесть. Давай быстрее, блин, она выгружена. Ну, чё за бред, блин? Они просто издеваются надо мной. Ну чё, пробуем ловить по новой. Во, нормульчик. Быстренько катим туда. Всё, я на месте. Ну и чё, погнали искать. Ой, блин, эти дебильные контейнеры. Поднимаем, короче, мотор, аккумулятор, колесо, камеру, стиральную машину. Ну и сейчас нам нужно подняться наверх. Я уж вон здоровье теряю. Ну все, отлично, спускаемся искать дальше. Все, поднял я бензопилу, ну и можно подниматься. Все, прыгаем в лодку, ну и летим на причал. Так, ну все, сейчас попытаемся все это продать. Опа-на, цена выросла по 25 тысяч, вот это мне нравится. Сейчас фастиком продаем это все. Ну и в итоге лутаем 150 тысяч, а почему бы и нет? Короче, ладно, переодеваемся, воруем чей-то скутер, ну и летим до больницы. Берем тут, короче, Audi, ну и теперь летим на ивент. Все, мы пригнали, выгружаем машину, ну и теперь просто бежим. О, нифига себе, тут погода меняется. Я чуть не понял, а где весь народ? Взлетаем, короче, в мертвую руку за выжившего. И чуть мне кажется, это плохая идея, тут вообще никого нет. Я чуть не пойму, а залетать кто-то будет, нет? Тут вообще, блин, нет народа. Да, конечно, такого я точно не ожидал. А тормозите, вот люди появились. Они залетают в охоту на ведьм, но погнали тоже. О, мы сразу спавнимся, нормально. Ну и сейчас нам с помощью винтовки нужно будет фигачить ведьм. Так, бегаем, ищем, вот одна. О, убил. И где остальные-то? А, вот летит. Убиваем. Сразу вижу еще одну. Также убиваем. О, вот еще одна, убил. О, вот их дофига. Убиваем. Еще одну. Так, вон еще одна у нас. Только я ее какого-то фига убить, блин, не могу. О, завалил, нормально. Лей, тормози. О, убил. И на меня, блин, заклинание какое-то кинули. У меня теперь вообще лютая темнота, никого не видно. А, хотя вот ведьма. Но ее убил другой чувак. О, вижу еще одну. Убил. Так, вот еще одна у нас. Также завалил. И вот еще одна. Убиваем, кайф. Опа-опа, блин, завалили. Так, убиваем. И мы получили 20400 за 12 ведьм. Неплохо. Чуваки залетают в мертвую руку. Давайте также залетим. Но что-то нас всего 2 человека. Они чисто стоят и им вообще пофиг. Как теперь с этим КД, блин, искать себе противников? Ну, короче, нафиг это все. Кстати, как я знаю, тут вот есть какие-то ежедневные задания. Да, вот у Мухи. У меня доступна охотник за демонами. Поймайте 5 демонов на территории деревни, и за это мы получаем 10. Ну, погнали. А, у нас даже демоны на карте отмечаются. Так это вообще изи. Вот у нас, короче, первый. Подбегаем и просто им ловим его. Нифига себе, он его с ноги ушатал. Теперь бежим за вторым. Также вшатываем ему с ноги и ловим. Ема, один вообще на крыше засел. Также ловим его. Ловим четвертого. Ема, ты куда забрался? Ну, ничего, мы сейчас его достанем. Он что думал, убежит от меня, что ли? Шатах нафиг. Все, бежим обратно к Мухе. Ну и забираем десяточку. Типа вот так вот, да, награды зачислены. А куда? А, вот, БП ревард забираем. Остальные задания у нас почему-то недоступны. А, у Мухи пока нет заданий для тебя. Ну ладно. Погнали чекнем, что там по ивентикам стало. Чуваки в побег из темницы залетают. Давайте тоже залетим. Короче, нифига не запускается. О, в мертвую руку челики залетают. Давайте тоже залетим. Ема, я уже жду, наверное, минут 15, и нифига ничего не запускается. Просто из-за КД многие игроки не хотят идти маньяком. Ну, типа, они сходят, у них добавится КД в 30 минут. И что, им просто так потом ждать? Многие игроки просто ходят туда за аксессуарами, которые падают из сундуков. Ну, а что делать тогда сейчас? О, убийца один есть, отлично, играем. Ну нет, они что, запустились? Какого фига? Я ждал 100 миллионов лет, блин, и просрался. Ладно, залетим в побег из темницы. А, у меня просто все залагало. У меня до сих пор тут не появились игроки. Я вообще никуда залететь не могу. Короче, ну это все нафиг. Мне даже Муха задание не хочет давать. Погнали сейчас лучше возле портальчика почилим. А то я как бы все хотел залететь в судную ночь, но у меня не получалось. А, у меня даже метки аренды скутера нет. Это прекрасно просто. А, кстати, онлайн сбавился. Проще всего нам будет перезайти. Просто появляемся на последнем месте. Ну извините, меня манит прям. Я поеду опять мини-игры чекать.
окно. А, ну тут как бы все печально. Короче, погнали к порталу. Мне просто очень интересно, как реализована вот эта вот мини-игра «Судная ночь», потому что я до ней не бывал нифига, и мне очень интересно попробовать. В принципе, пока что тут никого нет. Ну как бы логично, нам ждать еще 14 минут. Тут потихоньку игроки начали скапливаться. Раз, два, три, четыре, пять, ну и я шестой, нормально. Как вы понимаете, это конкуренция, а конкуренция это плохо, потому что есть шанс того, то, что я не смогу попасть на «Судную ночь», и это очень плохо. Но я как бы вложу все свои силы для того, чтобы туда попасть, блин. Так, осталось буквально 50 секунд, мы уже приготовились. Так, остается 8 секунд. Так, все, портал открыли, залетаем войти, все отлично. Мне интересно, а сколько тут вообще игроков помещается-то? Человек 50, наверное. Кстати, уже 20 секунд прошло и осталось 5 мест, нормально. Так, ну все, я куда-то телепортируюсь. Вы попали в мир «Судной ночи», ваша цель — убить как можно больше игроков за 10 минут. Все оружие, патроны и автомобили разбросаны по области, ничего себе. Ну ладно, сейчас постараемся найти, правда я не знаю, как это все выглядит. А что у меня за времени осталось-то? А, нифига, мне дали патроны. Ну что, давайте фигачиться. Так, я убил кого-то. О, мне дигл выдали, вот это нормальная тема. Убил еще одного. Ну-ка, погнали в замесик. А, хотя меня по какой-то тип пытался убить, я его завалил. Еще одного завалил. Эй, куда ты стреляешь, козел? В итоге его кто-то слил. На меня охотится какой-то типчик, убиваем. Еще один вон что-то стреляет. Ну серьезно, с дробовика меня пытается убить? Убили. А, не я его убил, ема меня завалили. Ну я, кстати, уже 6 киллов наделал. Блин, у меня сейчас только калаш. Ну ничего, попробуем мочить игроков с него. А, понимаю, меня в спину пытались обойти, убил. И кто меня свалил-то, блин? О, теперь у меня дробаш. Убиваем. Еще одного валим. Еще одного. И ты куда погнал? Убили. И меня убили. Сделал я пока что 12 киллов, это очень мало. Хорош, у меня дигл. Ну, сейчас мы будем играться по-крупному. Ема, меня завалили. Но зато у меня снова дигл. Убили. Ничего себе, тут даже тачки есть. Блин, меня в спину завалили. Убил одного. Еще одного. Еще одного. И меня завалили. Ема, ну у меня главная цель реально завинить. Так, убил. Еще одного убил. И еще одного. Эй, стопэ, стопэ, стопэ. Убил. Так, вроде нормально идем. В итоге меня слили. Появился возле ОПГшки. Бежим сразу в замес. Убиваем первого. Второго. Третьего. И меня завалили. Так, убиваем. Убиваем еще одного. И тормози, убил. Ема, ты что за замес лютый? Убил одного. Эй, куда поехал? Так, ничего страшного. Убиваем. Я уж 29 киллов наделал, нифига. О, лутаем МП5. И кто меня стреляет? А, вон какой-то тип. Убиваем. Проблема в том, что у меня лоу хп, блин. А хотя пофиг, убиваем еще одного. Ну и еще одного. Блин, тут так-то трениться прям по кайфу можно. Опа, на, винтовочка. И меня убили. Ничего страшного, пацаны, не расстраиваемся. Мне бы сейчас оружие залутать, то у меня дарбаш, блин. Меня убили. Но я хотя бы сейчас с калашом. Так, убиваем одного. Теперь второго. Давай, давай, хорош. Сразу за мной бежит какой-то челик, убиваем. Блин, у меня 35 киллов, я не знаю, много это, мало или как. А, в итоге я получил 3000. Победитель Скали Вилсон, убивший 43 человека. Честно, я уже не помню, сколько я убил, блин. Ну, как будто вот прям в притирочку или столько же. У меня реально склероз. Мы обязательно залетим в следующий час, пацаны. Ну, а сейчас нам нужно заняться делами. Короче, сейчас мы лечимся. Прыгаем в Ауди. Ну и летим в Латкарина. Так, ну все, пригнал и к инфоцентру. Берем первое задание. Залетаем сейчас в магазик. Закупаем спрей. Ну и летим к нашему бизнесу. Делать нужно все очень быстро, чтобы не потерять много времени. Так, ну все, я пригнал. Обрабатываем первый участок. Второй. Третий. Четвертый. Ну и пятый. Все, кайф. Теперь мы летим за вторым заданием. Так, ну все, берем его. Залетаем сейчас, короче, в МЧС. Берем огнетушитель. Ну и летим к бизнесу. Так, ну все, устанавливаем тут его. Ну и успешно выполняем задание. Давайте сейчас заправим тачку. Закупимся ремками. Ну и полетим за третьим заданием. Блин, я залетел на ГИБДД. Ну и благополучно свалился. Ну трюкач, что сказать. Ладно, короче, берем последнее задание. И сейчас нам нужно будет расклеивать листовки. Клеим, короче, первую, вторую, третью, четвертую, ну и последнюю, пятую. Все, кайф, мы все прошли. Летим сейчас к ближайшему причалу. Ема, я дурак, чуть не улетел. Выгружаем сейчас, короче, Ауди. Ставим ее с 5 ранга, чтобы ее никто не загрузил. Спавним спиди. Ну и сейчас фастом ловим задание. Опа, на, повезло. Прыгаем в лодочку. Ну и все, фастом полетели. Чтобы вы понимали, я потратил буквально секунд 5. Ладно, что, переодеваемся, юзаем аптечку.
аптечку. Ну и ныряем изведывать эти глубины. Поднимаем первый предмет, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И блин, нам уже нужно подниматься, а то я здоровье теряю. Все, кайф, спускаемся обратно. Ну и я сразу вижу последний предмет. Берем его, короче. Все, я собрал все предметы. Ну и че, тулим на пирс. Цена за предметы где-то 21, отлично, продаем. Ну и лутаем где-то 140-150 тысяч. Сейчас фастом спавним Ауди, чиним ее, отслеживаем ближайший портал. Он, кстати, в горели. Ну и все, мигом погнали туда. Так, ну все, я пригнал, тут никого нету, так что просто стоим тут и ждем. Опасное, конечно, местечко, тут нас кто-то может убить, но я надеюсь, все будет нормально. Отдал, короче, тачку какому-то магии, ему нужно доехать. Я все равно на судную ночь иду. О, все, портал открыт, сейчас быстро регистрируемся, отлично. Ну и теперь просто ждем. О, мага залетел. Я надеюсь, каблук успеет, он как бы тоже должен зайти. А, ну все, у нас игра запустилась. Пока что, короче, просто бегаем, ищем оружие. А, ну все, нам выдали, нормально. Так, один челик, убиваем. Ема, тут всего 34 игрока, это очень мало. О, выдали дигл. Стреляемся мы сейчас с типочком, и я его убиваю. Так, надо двигаться дальше. Вижу типа, убиваем. Вот еще один. Убиваем одного, второго. И меня киляют. Ой, заспавнился в замесе, нормально. И меня убили, блин. Не-не-не, так дело не пойдет. Так, вот чел убиваем. Вот еще один убил. Бежим, короче, дальше. Вот еще типочек. Убиваем. Да блин, не успел. А, кстати, каблук в игре. Убил еще одного типа. Еще одного. Ема, это что за суета? Тут убиваем быстренько. Убил. Вон еще типок стрелял, убил его. Эй, куда мы лезем? Убил. И меня убили. Ема, я в какой-то жопе мира. Так, стреляемся. И меня убивают. Блин, ну что за фигня? Ой, ты либо мага, либо каблук. И меня завалил, понимаю. Так, еще типочек. Стопы убиваем. Меня снова убили. И что мне с ним делать? А, в меня вот уже шмаляют. Убиваем. Еще один возле меня заспавнился, убил. Опа-на. Убиваем. И меня убили. Откуда? Ладно, ничего страшного. Убиваем еще одного. Меня убили опять. А, вон он на крыше сидит, убил. О, еще типочек. Убили. Ну и еще один. Эй, кто его завалил? А, вон какой-то чувак. Эй, стопы. Убиваем. Еще вижу типчика, убил. Так, еще один, убиваем. Еще одного. И меня убили. Кстати, 22 килла, но блин, это все равно мало. Нам нужно намного больше. Так, вот типочек. Убил. Еще один. И меня он убил. Эй, ну че за фигня? Так, бежит ко мне еще один. Убиваем. И еще одного. И в итоге я выиграл, хорош! Ема, пацаны, я не ожидал, конечно, но это очень приятно. Нам выдали 25 тысяч. Так, давайте сейчас забежим в какой-то домик. Этот закрыт. Этот тоже. Этот тоже, блин. Залетаем на вот этот. Во, нормально. Тут как раз хилка была, это отлично. Я хочу добраться до Бурынка, посмотреть, что вообще там за суета происходит. Так, ну все, добежал я до места. Сейчас мы забегаем на средний класс. Тут даже тачки есть, ничего себе. Мы по-любому сейчас должны что-то забрать для перепродажи. Во-первых, я подбегу к Е39. По ПТСке 1700 бега, спорт, нитрос X10. 650, го? Не, а сколько? 1,2. Чего, блин? Тут чувак гранту за 111 продает. И что-то мне кажется, это скамер. Ну, в принципе, сейчас проверим. Кидает он мне предложение продажи. А, чё, реально гранта за 110 принимаем? И чё, он реально ее продал? Это чё за прикол? Это чё было? Чё, блин? Подождите, чё тут не так? Это, пацаны, реально без обмана. Вот гранта, вот я в нее сажусь, вот я ее закрываю, чё? Чувак, он на приоре тоже в офиге. Я реально думал то, что это какой-то разводило, который будет меня кошмарить, что-то делать, но он мне ее подогнал. Это вообще как работает? Чего? На ней еще и пневмо стоит. Гидравлики, конечно, нету. Прошивка спорта, дрифта прошивки нету. Комфорт плюс. Я не понимаю, а в чем вообще прикол? Ну вот, как вы видите в чате, он продал ее за 111 тысяч, не за 1 100 000, не за 1 111 000, а за 111 тысяч, блин. Я до сих пор в непонятках, потому что он просто не мог меня узнать, ну как бы я нигде не светил своим ником, и, блин, я не знаю, как это воспринимать. Возможно, чувак просто не шарил и решил избавиться от гранты. Ладно, все, сейчас летим на вышку, а то меня там мага ждет. Блин, ну реально годная покупка, я бы никогда не решился на покупку гранты из-за ее цены, блин, но за такие деньги я даже ее себе оставлю. Типа, тачка реально кайфовая, перская, почему бы и нет. О, мага, кстати, забрал в соло вышку. Сейчас я к нему подлетаю.
А вот он. Так по нам тут какой-то чипчик шмаляет, и как он меня убил, я ему почти все хп снес. Фиксики Нуди пишет. Ну ты писать сначала научись, а потом что-то говори. Чтобы вы понимали, у меня просто лоу хп было, без брони, без ничего, и я его почти замочил. Внимание, с учетом того, то, что у нее фул брони и фул хп было. Ладно, сейчас быстро хилимся. Ну и я в Ледкарина. А, мага возле меня тут. Прыгаем, короче, в Ауди. Так, мага решил сейчас немного закинуть броников. Ну, я его жду, потому что у меня нет законки. Так, ну все, мага вернулся, летим на заводик. Ну все, мы подлетели, там уже есть типы. Ставим вот так вот тачку, берем калаш, маску, юзаем ее. О, с нами уже какой-то типчик сражается. Ну и мы его завалили. Так, все, короче, погнали. Так, мага положил одного, стреляемся с другими. Убили одного, второго. Убили еще одного. И, а ты куда лезешь? Быстро юзаю броник, ну и пытаюсь залезть на крышу. Да ё-моё, что за дебильная машина? Короче, спавним транзит. Да, он так заспавнился прекрасно. А, мага говорит, не лезь, там админ. И чё, блин, сейчас за этим следят? Придется тут просто бегать. Ну ладно, тогда полечимся. Так, начинают подтягиваться типчики. Но мы чисто будем ждать их на территории. Тачек тут, в принципе, много, есть где спрятаться. В итоге они решили обойти завод, как вы видите по миникарте. В принципе, ничего страшного, подождем. А, так он уже зашел, убили. У-у-у, подлетает дофигища типчиков. Ну, сейчас будет лютая борьба. Просто чекайте, нас со всех сторон окружают. Эй, кто по мне шмаляет и кто меня убил? Магу тоже завалили, это что вообще было? Из ниоткуда просто появился тип и нас убил, это как? А, мага пишет то, что сзади были челики, походу они накинули маски. Ладно, че, хилимся? Или даже так хилимся? Так, все, меня выписали, я в Ледкарина. Так, вот мага. Ну все, погнали. Мы просто решили их зарашить. Так, ну все, мы приехали. Тут просто дофигища народу. Я еще и без оружия, отлично. Берем сейчас броник. 90 патрон дигла, калаш. Также маску, юзаем ее. Ну и все, можно лететь. Так, мага меня ждет, отлично. Фастом перепрыгиваем. Он уже стреляется с кем-то. В итоге убил, хорош. И, а это еще кто, убиваем? Так, заходим сзади. В итоге меня убили, понятно. Боже, еще в чат пишет 0 сосо. Пацаны, вас там шестеро, а нас двое, блин. Никогда не понимал таких, ну ладно. Может, их дома обижают, я что знаю. Так, я снова в Ледкарина. Магу уже тут. Короче, подлетаем мы сейчас к портальчику. Так, ну все, судная ночь, регистрируемся. Ну и теперь дожидаемся начала игры. Так, ну все, залетаем. Ямай появился возле какого-то типа, сейчас в рукопашку его зафигачим. Эй, ну куда ты? А, понимаю, нас чувак чисто с калаша решил замочить. Не-не-не, так не пойдет. О, выдали нам оружие. Ну и сейчас будем фигачиться. Так, со мной уже типчик какой-то стреляется. Ну и в итоге я его убиваю. Еще в спину кто-то пытался убить, но и в итоге убил. Ладно, ничего страшного. Вот еще типочек, убиваем. Ну, понятно. Опа, насики, дигл. Так еще и калашик нашел. Ну что за фигня, чувак чисто стоит афкашит. Нормально, уже надо включаться в игру, блин. Убиваем одного, второго, третьего. Почему я постоянно с лоу хп, блин, спавнюсь? Меня, блин, на изи просто убить могут. Не, ну это реально бред какой-то. Убил одного, ну и меня убили, естественно. Опять, блин, лоу хп. Я в итоге просто, блин, упал и сдох из-за того, что у меня хп мало. Так, убиваю челика. Я не понимаю, я типа не на равных стреляюсь. Ну как так можно, че это за баг? О, неужели нормальное хп? Почему так сразу нельзя было-то? Опа, на, чувачок. Убиваем. Еще одного убил. Ну и еще одного. Ну ё-моё. Давай, братан, до свидания. Тоже до свидания. И ты до свидания. А это зява. Ё-моё, заспавнился вообще в какой-то жопе мира. У меня всего 28 хп и, блин, очень маленькие шансы на победу. Опа, на, мент, до свидания. У меня уже 34 хп. Вот это мне уже нравится. Эй, куда, братишка? Убиваем. Опа, на, чувак стоит возле гаража, пока. Вот еще какой-то чувак, тоже пока, и меня убили. О, заспавнился и в мясорубке, хорошо, но только я с дробовиком, блин. И меня убили. Опана, дигл, но я в жопе мира. Блин, надеюсь, успею добежать. Так, убиваем одного. И в итоге я нифига не выиграл, сколько у меня, 34 где-то было. Выиграл, короче, босс Юникорн, который убил 38 игроков. Да, печально, конечно, пацаны, но хотя бы мы одно сражение забрали.